Знаешь, типа, вообще, вот, какая-то эпицентр, или как называется, там место здоровый, типа, торговый центр, где там, помнишь? Куда забыться, просто, наверное, там, родиться, вообще. Что там? Шесть штук. Администрация пускай просматривает. Не надо, мы... Данный товар мы не можем вам продать. А что такое? Товар не репетит. Как? А что с ним такое? Что? Его нельзя продавать. Почему? Ну, пока по программе он не продается. По какой программе? Программа есть у нас. Что, какая программа? Продайте мне боржоми. Пожалуйста. Давайте, вот это, которое у вас в руках. Ну, не, мне подсовывать свой товар не надо, в тот товар. Это мы не подсовываем. Вот товар, эту бутылку мне, давайте, быстрее. Иностаген, бегом. Чё прячете? Чё с ним такое? Что-то есть... Свободно там? Да ладно. Я вообще серьёзно. Да? Сошлитесь на норму закона. Да, нормально здесь. Ну, я жду. Он тот товар. Навязывать мне свои услуги не надо. Я выбрал товар с полки и продавайте мне. Не, ну вы решайте, я не могу так покупать. Что? Вы будете брать этот товар? Вон мой товар стоит. Этот товар, данный, что? Не почему? Не продается. Почему? Он не ликвиден. А что с ним такое? Не ликвиден, что значит? Значит, что его нельзя продавать. Почему? Почему? Что с ним такое, неликвиден? Побитый, съеденный или что? А? Что делать? Что вы делаете? Хорошо. Будем действовать дальше. Пробивайте. Ну, пробивайте. Нет, я не могу пробить. Мы же вам объясняли. Сереж, я вам говорю. Я вам объясню. Что с ним такое? Вам что, 50 раз объясняю? Да. Я глупый покупатель. Вот такой вот. Ну, объясняйте еще нормальный раз. Нормальный покупатель. Я вижу, что вы нормальный покупатель. Только испортили товар. Давайте я его оплачу. Давайте я его оплачу. Что, не надо? А вы работаете? А как, испорченный товар мы не можем продать. Есть ко мне претензии? Что, испорченный товар? Да, по этому товару. Нету, да? А хорошо, продать? Пойдем на другую кассу. А какая? Оп. Здравствуйте. Иностагена хочу. Да? Не, я хочу, который я сам взял. Почему? Не, не надо мне навязывать услугу. Я выбрал, я все, я беру этот. Я вам объясняю, я выбрал, я беру этот. Что вам непонятно? А я вам ничего не должен объяснять. Девушка, пробивайте. Не, вот это так не надо делать. Давайте. Пойдем на другую кассу. Извините, пожалуйста. Да ничего страшного. Она не приходит, да? Ну,
еще маленький? Не, не, взрослый. Товар неликвидный, могу вам поменять. Не, отдайте обратно. Я вам поменяю, если... Не надо мне навязывать услугу, отдайте мне мой, который я взял с полки. Что? Будете брать? Конечно, другой беру. Товар. Другой. Отдайте мне мой товар. Я вам принесу. Девушка, вы дикая, что ли? Нет. Отдайте мне мой товар. Давайте я его проплачу. Мы же вам объясняем. Что? Товар не ликвиден. Ну, так не ликвиден? А почему вы говорите, что его порчу? Он не ликвиден или я его порчу? Он был не ликвиден, его еще испортили. А, вот так вот. Давайте я его оплачу. Оплачу, давайте. Оплачу, давайте. Претензии ко мне есть? На что? На этот товар. Вам претензий нет. Все, спасибо. Ой. Пробивать. Да. Я его взял на полке пробивать. Пробивайте, я его взял на полке. И еще вот три. Не, не, не дрожите, подождите. А, у меня уже. Пакеты еще. Да, вот. Я взял. Вот это да. Не надо мне ничего объяснять. Пробивайте и все. Не надо. Я от вас не требую объяснений. Товар мне пробить и все. Товар пробить. Что вы мне хотите объяснить? Что вы мне хотите объяснить? Что? Что значит неликвидный? Что изучите? Объясняйте. Что? Что с ним такое? Что с ним такое? Вы слово забыли или что? Напомнить? Просроченный? Нет? Тогда пробивайте вот этот. Тридцатое на шестое пробивайте. Пробивайте. Я думаю, объясняю. Продать вам не можете. Не можете? А что он у вас на полках стоит? Детское питание. Не стоит на полках. Не стоит? Я его с полки снял. Ну, пробивайте. Подождем. Что, не работает? 206. Касса не работает? Нет. Уже нет? Что, сломалась? Не, не сломалась. А что с ней? Управляющего вызовите, пожалуйста. Пройдите, пожалуйста, на следующий этаж. Управляющего вызовите. Молодой человек. Молодой человек, вы меня игнорируете? Управляющего вызовите. Молодой человек, вызовите, будьте добры, управляющего. Управляющего вызовите? Нету? Значит, зама. Значит, зама-зама. Я же не знаю вашу иерархию. А кто у вас есть самый главный? Тогда продавайте. Продавайте. Хорошо. А, то, что он просроченный? Что? То, что он просроченный, вы объяснили? Нет? А ну-ка, будьте добры. Так что, вот я снимаю, смотрите. Так, просроченный? Что вы не знаете? Дата какая стоит?
Дата какая стоит? Плохо видите? Зачем вы у меня товар отнимаете? Вы у меня 4 пачки отняли уже. Не отнимали? А, ну давайте. Не надо мне навязывать. Боже мой, как с ними сложно-то, а? Что-то тут это липкое. Ага. Снова здравствуйте. Здравствуйте. И снова хотим вам повторить, что этот товар... Да вы мне ничего не повторите. Будете пробивать? Нет, конечно. Вы главный? 225. Хочу купить. Большая. Хочу купить. Не можете? А что на полке стоит? Договор публичной оферты. Изучали такой? На полке. С красным ценником по 150 с чем-то рублей. Я вам еще раз объясняю. Товар не продается. Он на полке стоял. Еще раз повторяю, договор публичной оферты. Что означает? Что означает договор публичной оферты? Не продается. Что? Не продается. Договор публичной оферты означает, что товар не продается? Да, товар. Девушка, какое число, не подскажете? Нижнее. Да, 30 июня. Ага. А главный говорит, что он не видит. А главный говорит, что он не видит. Пробивайте. Пробивайте. Давайте еще раз посмотрим. Можно там? Пожалуйста. Смотрите. Не надо в руки. Можете поближе. Ну. У него дальнозоркость. Он далеко видит, а близко нет. А, я, к сожалению, не этот товар не могу вам продать. Почему? Потому что получается он с истекшим сроком годности. С истекшим сроком годности? Да. А как так получается? Ну, так получается. 6 пачек на витрине детского питания. Ой, простите, блин. Ну ничего. Вы знаете? Вышла ошибка, мы стараемся помочь. Ошибка? Ну да. 6 пачек? Сейчас я соберу все. Тут стоял, подождите. А, вот стоял. Да, да. А еще не закончили. Отдайте ту пачку, Лёшка. Пачечку ту дайте. А, пачечку? Да, да. Ту, сейчас, которая смотри, моя была. Да, да, да. Что такое? Что такое? Куда? Отдали? Это моя? Что вы мне подсовываете? У меня была дата 30.06. Вот. Девушка, я забыла еще что-то взять. Сейчас я пойду. Давайте. Что, куда? Волшебство? Куда исчез? Куда 5 пачек исчезло? А? Вот у вас я вижу пачка, да? Одна, а еще 5. Не знаете? Вы что, меня обманываете, что ли? Или за идиота держите? А остальные 5 где? Какие остальные? 5 пачек. Не знаете? Вам не надоело позориться? Нет, конечно. Нет? А вам не надоело? Что? Ну, не надоело. Что? Я же говорю, просто не надоело. Не, нет. Да, Людмил. Я вас просто спрашиваю. Девушка, пробивать будете? Нет, извините, пожалуйста. Мы не можем продать этот товар. Спасибо вам за содействие, что вы помогаете нам. Угу. Большое вам спасибо, конечно. Не пробивайте. Нет, к сожалению, нет. А боржоми куда дели? Какой боржоми? В пластиковые бутылки. А, пластиковые? Ну, тоже, к сожалению, состоящимся. А, ну ладно, все. Хорошо, спасибо. Thank you.